Привет, с вами Дезертир, еще одна посылочка пришла с Алиэкспресса, и на этот раз этот бампер подороже, называется он Кливи Алюминиум, но было написано типа от Драко, но тут написано Дев, так что давайте посмотрим, что это за бамперок. Ссылочка на этот бампер будет, ребята, как обычно в описании. Давайте его вскроем, посмотрим, что же это у нас такое. Ну, я не буду лукавить, естественно, я его уже одевал, естественно, я им уже попользовался, посмотрел, как он сидит на телефоне, поэтому сейчас я уже имею четкое представление о том, что это за бампер, и хочу сказать, мне этот бампер нравится значительно больше, чем тот золотой, который у меня был до этого. Так вот он у нас открывается, и тут у нас сам бампер, ага, тут у нас запасные болтики, шестигранный ключик и дублирующая кнопка переключения звука. Давайте вскрываем. Вот так вот он у нас выглядит, взял красно-белый специально для того, чтобы немножко контрастировало. Ну как красно-белый, красно-серебристый. Что хочу сказать, вот эта кнопка, сразу видите, да, она пошарпанная немного. Есть некие маленькие-маленькие потертости по серебристой грани, но они не критичны, то есть это плевать на самом деле. И китаец любезно мне проклеил сразу везде, где только можно, уплотнители. То есть вот здесь по бокам он наклеил, вот тут, тут вот эти. Ну изолента обычная черная, но она сделана для того, чтобы кнопки не выпали. То есть здесь вот есть же кнопка включения регулятора громкости, он специально все это проклеил, чтобы они не выпали. Давайте разберем, посмотрим и оденем его сразу. Вот так выглядит бампер, что хочу сказать сразу из недостатков, а вы их можете увидеть сами. Вот этот звук, это вот кнопка переключения звука у нас болтается, и она вообще здесь висит, честно говоря, как-то на соплях, поэтому вот это вот минус. А так, в целом, очень даже добротный бампер за смешные деньги, за которые я заказал-то, собственно. Потертости на гранях, конечно, есть, кнопки работают все идеально. К этому претензий нету. Разъемы доступны. Я уже пробовал втыкать и Lightning зарядку, и наушнички, все идеально. А многие там в отзывах пишут, что бампер со стыками. Я вот сейчас прям идеально его сделал. То есть я стыки эти даже пальцем не чувствую. А грани рифленые. Где-то у нас здесь еще был стык, да? Да, вот. Я вот даже не сразу заметил. То есть. Ну, кстати, на камере вот его видно, если так смотреть, да? Да, его заметно, но на ощупь он еле-еле ощущается, это если уж совсем придираться. А так, за свои деньги, ребят, вот этот хороший бампер, алюминий, приятный на ощупь. Ссылочка в описании, заодно можете посмотреть, сколько он стоит, и заказать себе, потому что есть очень много цветов, и я считаю, вот это бампер, это отличное средство для защиты вашего смартфона. Но кто не любит флип-кейсы, кто не любит у нас просто чехлы, которые типа как убрал, накладки и прочее, бампер — это отличный вариант. Поэтому ставьте лайк, кто тоже пользуется бамперами. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня в Твиттере и следите за моей жизнью в Инстаграме. До новых встреч, пока!